Подарки на праздник. Приближается Новый год, и все готовятся к празднику. Терпеть до праздника. Мы можем сыграть в игру. Секретный подарок. Как это? Каждый приготовит подарок, упакует его и положит под елочку. Только чур не подсматривать. А когда наступит время, каждый возьмет себе по коробочке. Внутри его будет ждать сюрприз. Новый год, он подарки принесет. Никому их не покажем, пока праздник не придет. Ура, подарки готовы! Теперь уберем их в мешок. Кладем мешок под елочку. Наш мешочек. Его никто не тронет. Все будет хорошо. Идемте скорее спать. Ну ладно, пойдем. Спокойной ночи. Хе-хе. Ты только посмотри, какая елочка. И сколько подарка. Наверняка нам ничего не приготовили. Угу. Ничегошеньки. А давай их все себе заберем. Отличный план. Хе-хе. Хватай его скорей. Ой, тяжелый. Тащи. Тяжелый же. Он и правда тяжелый. Ой, пупырчатый, у нас перегруз. А, да не переживай ты. Не упадем. Ты уверен? Ой. Мы все же падаем. Мы падаем. Падение. Держись. Это что такое? Ребята, давайте скорее разбирать подарки. А где же наш мешок? Он пропал. Как пропал? Не может быть. Нового года не будет. Что же нам делать? Что же делать-то? Ой, тяжелый-то какой! Ой, эх! Вот! Уф! Кто сказал, что праздника не будет? Я! Еще как будет! Вот ваши подарки, друзья! Уф! Я! Мы спасли праздник малышам! А ну-ка, идите-ка сюда! Ближе! Простите. Извините. Мы больше так не будем. Уф! Надо их наказать. Давайте их простим. Может, мы спросим? Праздник же. Уф! Ну, хорошо. Секретный рецепт. Печеное яблоко. Нам понадобится яблоки, мед, орешки, сливки, корица. Вот и все наши ингредиенты. Для начала помоем яблоки. Теперь отправляем наши яблочки в печку на 5 минут. Когда они испеклись, аккуратно достаем их из печки. Наденьте специальные рукавицы, чтобы не обжечься. А теперь украшаем яблоки всем, что мы подготовили. На одно яблочко намазываем мед с орешками. Будет очень вкусно и полезно. А второе яблочко окунем в сливки и сверху посыпем корицей. Только совсем немного. Посмотрите, какие печеные яблоки у нас получились! Приятного вам аппетита!